Привет! Когда будут стримы по танкам? Это самый частый вопрос в комментариях, который задают на этом канале. Прежде чем на него ответить, хочу вам показать, где я живу. Как вы видите, живу я в лесу. Здесь есть березы, здесь есть дрова, здесь даже есть грибы. Интернета здесь нет. Ладно, интернет здесь есть, но он нестабильный для того, чтобы стримить танки и даже в них играть. Я не знаю, может быть, вставлю в это видео скриншот, когда я последний раз заходил в игру и сколько вообще боев сыграл в танке за этот год, 2021. Если можно будет вставить скриншот в это видео, я его вставлю, но если нет, то приблизительно месяца два назад, по ощущениям, так последний раз я заходил в танки, сыграл один бой и выключил. А всего боев в этом году сыграл, наверное, штук 100. Так вот, теперь отвечаю на ваш вопрос. Мне, чтобы начать стримить танки, в принципе, я уже даже за полгода начинаю по ним скучать, представляете? И я готов, в принципе, начать стримить танки не каждый день, как раньше, по 2-3 часа, но, допустим, раз в неделю, чтобы это был интересный такой стрим, чтобы мне самому это было интересно, чтобы зрителям было интересно. Соответственно, мне для этого нужно перебраться в город со стабильным интернетом, это первое. И второе, я хочу, чтобы у меня онлайн был не 20 человек на стриме, потому что это скучно, как мне, так и зрителям, а хотя бы человек 200-300. И то, и другое, и переезд в город с нормальным интернетом, и рост онлайном, можно будет сделать при осуществлении моей мечты. Кто не знает, то пропустил позавчерашнее видео. Я создал новый канал, в котором записал короткое видео, все, полторы минуты, про свою мечту. Вот я прошу вас посмотреть это видео, полторы минуты. Я решил просто рассказать всем про свою мечту. И там же на этом канале есть еще новая песня про YouTube, текст этой песни. И у нее очень такой глубокий смысл, как прожить жизнь так, чтобы в истории остаться не только лишь анимацией среди локаций. Вот, посмотрите короткое видео про мечту, песню. И приблизительно в четверг, приблизительно, потому что идея, как обычно, у меня бывает грандиозная. Чтобы реализовать, нужно продумать много деталей. В принципе, почти все я уже продумал. Сейчас еще за несколько дней додумаю остальное. Вот приблизительно в четверг выйдет видео, в котором именно вы сможете повлиять на скорейшее возобновление стримов по танкам, назовем это так. Приблизительно в четверг. Вот, ну а пока прошу вас посмотреть видео о моей мечте и новую песню на новом канале. Спасибо за внимание. Пока.